Здравствуйте, эфир телеканала ННТ. Продолжают новости 24. Я Патимат Гаджиева. Расскажу коротко о главном. Граждан Азербайджана, ожидающих возвращения на родину, перевели в стационарный пункт временного размещения. Это оздоровительный лагерь в Кайтакском районе. Переезд из ранее разбитого для них палаточного лагеря в Дербентском районе связан с приближением зимних холодов и осуществлен по поручению Сергея Меликова. Всего здесь находится 195 человек, и все они обеспечены трехразовым питанием, также регулярно проходят медобслуживание. Нас обеспечили теплом, в комнатах тепло, питаемся хорошо, все нормально, и благодарим вас за все. Но мы хотим только одно – поехать домой. И в этот трудный день быть вместе. То есть каких-либо претензий в плане их обеспечения, в плане создания условий у них нет. Есть единственная просьба у них оказать содействие в скорейшем возвращении к своему родному. Но, к сожалению, пока этот вопрос окончательно мы не сможем решить, потому что граница закрыта, и каждый пропуск осуществляется по отдельной договоренности. 79 миллионов рублей направят на сохранение рабочих мест в Дагестане. Минтруда реализует данную программу в связи с пандемией коронавируса, сообщает АИФ в Дагестане. Программа поможет трудоустроить более 3000 человек. Участие в ней примут 130 учреждений. Так, госработникам, которые находятся под риском увольнения, организуют временную подработку. Нетрудоустроенных же граждан также обеспечат общественными работами. Договора о предоставлении субсидий на организацию временной занятости до 600 работников уже подписаны. Общая сумма субсидий на эти цели составит более 20 миллионов рублей. Более 24 миллионов рублей направят также на организацию общественных работ в сельскохозяйственной области, в сфере дорожного строительства и благоустройства территории. Озеру Агёль не дадут высохнуть. Городские власти придумали способ спасения водоема. Обсуждалось это накануне в администрации Ленинского района столицы. Чтобы дать подпитку озеру, к нему проведут водопровод длиною почти в 4 километра из канала имени Октябрьской революции. Маршрут прокладки соединит улицы Гальченко, Декоративная, Шемеля, Булача и Гиджукскую. Заказчиком строительства выступает фонд спасения озера Агёль. Строиться водопровод будет за счет средств меценатов. Материнский капитал планируется повышать каждый год. Об этом заявила замглавы Минтруда Ольга Баталова. В 2021 году сумма материнского капитала будет проиндексирована. Сейчас его размер составляет 466 тысяч рублей на первого ребенка и увеличивается до 616 тысяч рублей за второго. За время действия программы сертификаты получили более 10 миллионов семей, а 8 миллионов уже воспользовались ими. Таможенники Дагестана выявили контрафактные меховые изделия стоимостью более 200 миллионов рублей. Более 2000 меховых изделий без обязательной маркировки, оценочной стоимостью около 206 миллионов рублей, выявили таможенники в нескольких торговых павильонах центрального рынка Хасавюрта. Большая часть меховых изделий находилась на реализации без нанесенных контрольных идентификационных знаков. Данный товар уже изъят, в отношении предпринимателей возбуждено уголовное дело. В городах Дагестана отметили Мавлид ан-Наби, инициированный сенатором Сулейманом Керимовым. По всей республике после торжественных мероприятий прихожанам мечети раздали более 20 тысяч пакетов с продуктовыми наборами. В центральной джума мечети побывал наш коллега Хамза Нурмагомедов. Ему слово. Мавлид ан-Наби начался традиционно с чтения строк священного Корана. Далее прозвучали нашиды на арабском языке, восхваляющие благородные качества пророка Мухаммада, мир ему и благословение. Прихожанам обратились имам мечети и председатель муфтията Дагестана. Они рассказали несколько поучительных историй, а в конце выразили благодарность Сулейману Керимову за оказанную материальную помощь людям в непростое для всех время. Сенатор не остается в стороне от разного рода инициатив и проектов нашей, нашей республики. Не могу не отметить, что благодаря поддержке Сулеймана Керимова многие дагестанцы смогли выполнить один из толпов нашей религии – хадж.
и посетить святые земли Мекки и Медины. У выхода из мечети прихожан ожидал приятный подарок. Им вручили продуктовые наборы, в которые вошли рис, гречка, сахар, финики и другие необходимые продукты первой необходимости. От себя лично хочу выразить слова благодарности Сулейману Кериму за то, что он все время уделяет внимание для мусульман всей России и всему миру. Большая благодарность ему, чтобы на будущее тоже с него другие тоже пример брали. Сулейман Керимов очень много сделал для Дагестана. Если вы попросите Всевышнего Аллаха о его благополучии, его семьи, его тухума, его здоровья, его бизнеса, чтобы вот так поддержал, вот таких бы дагестанцев побольше. Дай Аллах здоровья, долголетия. Благие деяния, которые делаются, и в том числе Сулейман Керимов не остался на стороне. Дай Аллах, пусть Всевышний примет все садака, которое он сделал, и вознаградит тысячекратно. Дай Аллах всем здоровья, и пусть Всевышний примет все садака и все молитвы, мероприятия, которые сделаны. Организацией маджлиса, а также расфасовкой и доставкой продуктов по городам республики занимался благотворительный фонд «Инсан». Мероприятие в этот вечер по традиции завершилось коллективной мольбой за благополучие и мир на земле Дагестана и России. Хамза Нурмагомедов, Муса Салгиреев, Камиль Магаев, телеканал ННТ, Махачкала. Тренерский штаб юниорской сборной России по боксу объявил состав для участия в первенстве Европы. Турнир пройдет с 12 по 23 ноября в Черногории. В национальную команду вошли трое дагестанцев. Это воспитанники школы бокса имени Гайдарбека Ачеров Ашалаев и Рамазан Дадаев, а также представитель спортшколы Батырова из Хасавюрта Михаил Зайнулабидов. Право представлять страну на международных соревнованиях спортсмены завоевали, успешно выступив в начале года на первенстве России. Дагестанские регбистки сыграют на чемпионате России среди студентов, которые стартуют завтра в Казани. Участие в соревнованиях примут 8 команд. Республику представляют студентки ДГПУ. Соревнования откроют матчем группового этапа против Псковского госуниверситета. Также в этот день спортсменки проведут встречи с соперницами из Казани и Йошкар-Олы. Команды, вышедшие в стадию плей-офф, проведут полуфинальные и финальные матчи 8 ноября. Напомним, что женская сборная ДГПУ по регби в октябре нынешнего года завоевала золотые медали всероссийской ленты универсиады. Дагестанские борцы греко-римского стиля станут участниками международного турнира «Гран-при Москвы-2020», который состоится в столице 7-8 ноября. В составе российской команды на ковер выйдут победители молодежных чемпионатов мира Анвар Алахяров и Милад Алирзаев. Напомним, что Гран-при Москвы проводится среди борцов трех стилей. Ранее стало известно об участии в турнире за сборную России дагестанских вольников Ахмеда Идрисова, Магомеда Рамазанова и Шамиля Шарипова. На этом у меня все. Оставайтесь с нами.